На пасаду дырэктара тэлерадыёкампаніі «Магілёў» прызначана Тетяна Ларына. Пра гэта паведаміў старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант падчас сустрэчы з калектывам. Тетяна Александровна больш за 15 год працуе на Магілёўскай рэгіянальнай тэлестудыі. У свой час была галоўным рэдактарам, кіравала аддзелам, з'яўлялася аўтарам і вядучай шматлікіх тэлевізійных праектаў. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі адзначыў, што творчая каманда Магілёўскай тэлестудыі – адна з мацнейшых сярод рэгіянальных філіялаў. И маленькие компании способны производить маленькие передачи, маленький формат очень хорошего качества. Вам нужно, конечно, помочь. Помочь и кадрами, и техникой, и финансовыми, и какие-то организационные вопросы постараться решить, да, чтобы вы еще увереннее себя чувствовали. Хотя вот мы с удовольствием покупаем передачи на региональных телеканалах, я имею в виду там, да, центральный офис, показываем на «Беларусь-1» и других каналах. И, в общем-то, это передача, которая абсолютно соответствует качеству того, что производим мы в Минске. Студия работала и работает очень хорошо. 40% вещания телеканала «Беларусь-4» Могилев – это наши собственные проекты. У нас все получается. Но, конечно, мы смотрим и вперед, и какие-то перспективы есть. Например, планируем перейти на HD-вещание. Это сложно, но возможно. Поэтому зритель будет иметь возможность смотреть программы наши в еще более хорошем качестве. И надеюсь, что всем понравится. Нагадаем, да, гэтага пасаду дырэктара тэлерадыёкампаніі «Магілёў» займала Ірына Акуловіч. Месяц таму прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка прызначыў Ірыну Барысаўну генеральным дырэктарам беларускага тэлеграфнага агэнства.